Мемориальную доску почетному гражданину Караганды Казбеку Ашляеву открыли на здании Дворца спорта имени Нуркена Абдирова. Заслуженный тренер республики, легендарный казахстанский боксер ушел из жизни в 2021 году. Приглашаем всех присутствующих для возложения цветов. Ашляев Казбек Сапыжанович – почетный профессор Казахской академии спорта и туризма, мастер спорта СССР. В 24 года был удостоен звания заслуженного тренера КазССР. Воспитал чемпионов, подготовил спортсменов к Мюнхенской олимпиаде в 1972 году. Открытие мемориальной доски видному деятелю стало значимым событием как для его семьи, так и для городской общественности. В свои 14 лет он уже... как бы не прославил, но уже обозначил им город Караганду, когда стал победителем всесоюзного турнира в Куйбышеве. А в 16 стал чемпионом Советского Союза. Естественно, весь Советский Союз уже знал город Караганду, хотя раньше знали как город шахтеров, так? Но что это спортивное будущее, спортивная столица Казахстана, вот начиналось таких, как Казбек, и много известных спортивных имен. Несмотря на то, что поздно увлекся боксом, Казбек Сапыжанович достиг впечатляющих высот. Провел на ринге 169 боев, из которых в 160 одержал победу. Человек непоколебимой веры, твердого характера в спорте, пламенного патриотизма, педантичности и требовательности в тренерской деятельности. О нем помнят почетные деятели спорта, выдающиеся тренеры. Молодой человек начал заниматься спортом, имея такие лидерские качества, имея такие качества лидера, качество побеждать, он добился высоких спортивных результатов. Стал чемпионом области, республики, Советского Союза, стал чемпионом Европы. Казбек Ашляев не просто спортсмен, он активный общественно-политический деятель. Карагандинцы знают о его весомом вкладе в развитие спорта, культуры в регионе и стране. Помнить о знаковых личностях, говорить о них, как о примерах, настраивающих на дух победы, уверенность, непреклонность к трудностям, является несомненной целью в воспитании нынешнего поколения. Дарья Чеканина, Шалкар Алтынбеков, Наталья Заяц, 5 канал.